Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня в информационном выпуске мы оперативно разберем новую акцию от Лесты. Нам объясняют о пользе прививок от ковида, а также дарят 3 дня премиум-аккаунта. Для этого надо лишь открыть эту новость на портале и нажать на кнопку «Получить подарок». 3 дня према перед выходными лишними явно не будут. Но это еще не все. Для тех, кто общается ВКонтакте и чья учетная запись Wargaming.net привязана к этой социальной сети, появляется возможность выиграть мощный игровой ноутбук, годовой премиум-аккаунт, а также редкие корабли. Но сразу скажу, что это уже лотерея с математически весьма скромным шансом на удачу. Но с другой стороны, для участия многого и не требуется. Нужно лишь сделать репост, забрать 3 дня према по кнопке и сыграть 10 случайных боев до 20 июля. Учитываются бои, сыгранные после нажатия на кнопку «Получить подарок». Победители будут выбраны случайным образом 23 июля среди выполнивших условия конкурса. Такая вот акция из серии «Мелочь, а приятно». Что касается прививок, то тут каждый решает сам. Не мне советовать такие вещи, ибо я не специалист. Но лично на мой взгляд, следя за новостями, я так понял, что прививка таки реально помогает как минимум по части снижения тяжести протекания болезни. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.